учимся в Московском кадетском корпусе пенсионно-воспитательного Министерства обороны Российской Федерации. Мы очень любим баскетбол. У нас в неделю 10 тренировок. Почти весь спортклас ходит на все эти 10 тренировок. Девочки, это всегда хорошо. У меня дочки, поэтому я тем более я их воспринимаю как своих. Это такие уроки немножко баскетбола, немножко жизни что-то. Немножко просто посмеемся. Ну, такая у нас задача. Мне очень понравилось, было очень весело и интересно. Я потренировалась с удовольствием на самом-то деле. Я хотела бы еще таких побольше тренировок. Мне запомнилось, как мы делали упражнение, где надо было прыгать через гимнастические палки, потому что мы играли в ЦФА и прыгали, развивали ноги. Вот, уже бежать. Хороший пас. Только на ход давайте, на ход. Не назад, не за спину. Так, хорошо. Тренировки с детьми. И когда они действительно они хотят. Это не для галочки делается, а вот именно когда они хотят. Тогда появляется и больше энергии у меня. И мне это нравится. Нам показали новые упражнения, новые игры. И что сейчас даже остались с нами чуть-чуть побросать. Москва. ЦСКА!